Меня зовут Вера, я заместитель директора компании «Викинг Туристик», и сегодня я прилетела для вас в Албанию. Будем смотреть эту замечательную страну вместе, все вам буду рассказывать, комментировать и показывать. Смотрите, пожалуйста, наше видео, ставьте лайки. Мы приехали в отель «Олимпия Туристик Вилледж». Это комплекс, он идет как бы на горе, но, смотрите, у него пляж через дорогу. Красивенько. Он сразу инфраструктура детская. Да. Небольшая. Все, успеваете только. Посмотрите, какими вилочками все это дело. И вот нам еще сказали, поскольку в отеле очень много ступенек, мы достаточно высоко поднимаемся, что туристы не носят багаж. Что большой вообще, в принципе, бонус, плюс, что это мальчишки с ресепшена все это делают. Ребят, покажу вам в отеле Olympia Village номер стандарт. Посмотрите, какой. Он небольшой, абсолютно небольшой, но достаточный для отдыха. Посмотрите, какой колоритный, красивый потолок. Напомню вам, что это виллы. Здесь на балконе есть сушка. О, прекрасный вид. Отличный. Еще раз номер. Кстати, есть здесь диванчик на всякий случай. Холодильник. Шкаф с большим зеркалом. И ванная комната. Покажу вам дорогу на пляж и сам пляж от отеля Туристик Вилледж, Олимпия Туристик Вилледж. Через дорогу мы просто переходим, мы вышли с ресепшена и просто проходимся. Так, смотрите, детская инфраструктура на пляже. Пройтись буквально 100 метров. Абсолютно не страшно. Через дорогу. Номерной фонд хороший. Питание здесь. Завтраки. Очень хорошее место для отдыха с детьми. Посмотрите, это один из немногих отелей, который, в принципе, на пляже предлагает какую-то детскую инфраструктуру. Это очень здорово, потому что пока еще мало оборудованных таких вот мест. Это круто-круто. Так, идем очень быстро. Нас торопят наши гиды. Я вам покажу. Галька. И вот он заход. Такой же, как и везде во Влёре. Но пляжная полоса небольшая, но зонтиков, лежаков. Посмотрите, сколько. Достаточное количество. Абсолютно достаточное для такого небольшого отельчика. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока!